Первый концерт осеннего сезона приурочен к 110-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении Сочинского симфонического оркестра под руководством главного дирижера Олега Солдатова прозвучит второй концерт для фортепиано. Солирует Сурен Вартанян. Слушатели также смогут насладиться балетной и киномузыкой. Это фрагменты из кинолент 1955 года «Овод» и «Гамлета», вышедшего на экраны в 1964. Тема года «Кино» будет активно использоваться и в других концертах. В октябре в конце намереваюсь представить суду публики концерт из таких самых популярных мелодий советского экрана, которые на слуху у всех. В сезоне также прозвучат традиционные баховские концерты. 7 октября состоится гала-концерт Моцарта с участием солистки Людмилы Вилинской и Дениса Громова. В ноябре состоится концерт современного московского композитора, на счету которого уже несколько мировых премьер. Исполнительская палитра Сочинского симфонического оркестра пополнится и оперой на сцене театра с декорациями и мизансценами. Оперный фестиваль имени Галины Вишневской на сцене Зимнего театра пройдет 22 сентября.